Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Привет, ребята! Здрасте! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приступайте к просмотру крутого видео! Джош? Ты звал меня, Джош? Джош? Ты где? Джош? Ты звал меня или нет, Джош? Джош? Никого нет. Не спи. Черт. Куда он делся? Может, в ванной? Нет. Джош! Он же спал. Может, он на улице? Но я сам оттуда, его там не было. Черт. Блин, что с ним, а? Джош! Господи. Что-то я спать хочу. Что-то вырубаюсь. Что со мной? В сон. Джеймс. А? Джеймс, проснись. А? Черт возьми, ты даже Джош? Не на кровати спишь. Джош! Ты где был, а? Как понять, где я был? Я тебя ночью искал, ты где был? Ты, наверное, про это. Я встал и решил подышать воздухом, но не спускался, я поднялся на крышу. Оттуда смотрел. Крыша, да. Крыша, есть же крыша в этом доме. Просто было красиво, что-то не спалось. Ну, потом я лег спать. А сейчас проснулся пораньше, вот ходил, тут делами занимался. И что-то смотрю, ты вот на полу спишь. Да, что-то шея болит теперь. Да, бывает. Что ж, какие у нас сегодня планы? Что мы должны сделать? Я вот не знаю, надо подумать. Какие у тебя идеи есть? Что ж, нам нужно первым делом позавтракать, я думаю. Да. Толково. Но денег у нас немного, поэтому я вот даю тебе все, что осталось. Держи. Давай. Сходи в ближайший магазин, возьми чего-нибудь. Особо там не шикуй, но что будет, как-нибудь посмотри. Ну, такие нормальные продукты, дешевые, полезные. Я пока приму душ, значит, потом мы будем искать по дому. Что здесь осматривать? Ну, искать на наличие чего-то подозрительного. Давай. Какие-нибудь, может быть, ну, не знаю, видите, что-то может быть интересное, какие-нибудь бумаги, архив. Если ничего толком не найдем, нам нужно будет обратиться к офицеру, который дал нам это задание. Да. И, кстати, что? Я вчера, когда в подвал ходил, там да, ничего, кстати, не было. Как твой поход в подвал? Нормальный такой. Ну, там, конечно, я говорю, там подвал, там бассейн, там телек, там все это. Шерили? Да, там вот это подвалище. Но там ничего не как бы такого. Ну, там, ничего такого не нашел. Просто ну, офигенно. Подозрительно ничего нет, да. Ну, да. Но... Мы даже не знаем, где было место убийства конкретно, где нашли тела, даже не знаю. Ну, ладно, тогда я говорю... Спросим у офицера. Досье на жителей этого дома, чем они занимались, место деятельности, место работы, вид деятельности, что вообще, как было. Может быть, это нам как-то поможет, если мы не найдем никаких зацепок здесь. Ну а пока приступаем к первому заданию, мои дорогие. Давай, я пошел тут. Магазинчик. Давай. Здравствуйте, да. Мне бы тут еды немного. Да, ну да, ну вот заверните пакетик. Понятно. Ну что ж, спасибо. Что уделили мне время. До свидания. Да, пожрём сейчас с Джошем.
О, Джош. Здравствуй. Как ты долго? Ну, блин, закупал еду. А, ты принес нормально все? Да, принес. Вот, можно поесть. Что ты долго, я тут посмотрел все, что было у нас. Как бы дом обследовал, не нашел ничего интересного. Конечно, без оборудования все делать гораздо сложнее и дольше, но на данный момент ничего не обнаружил. Слушай, понятно. Какие планы потом будут, сейчас пожрем? Так, ну вот да, покушаем и, значит, сходить в полицейский участок. Что-то как хотели, раз мы ничего не нашли. Может быть, там какие-то зацепочки будут, что-то есть. Точно. Ну, сейчас, по идее, мы отправимся. Во. Там ведь нельзя. Давай. Так, сейчас этот разложу.